Одевайся, раз я тебя вызвал. Нет, так точно. Только ты проиграй, ладно? А то я сам на себя не буду похож. Да, конечно. Ох, и повеселюсь же я. Гоу-гоу, а я знаю ответы на задание контрольной. Я вам не скажу. Скучновато как-то. Поиздеваться не над кем. Лика. Вырви листик. Мне не на чем писать. Ага. Сейчас вырву. Держи. А теперь забудь то, что сейчас сделал. А? Что? Что я сейчас делал? Не помню. Я просил у тебя листик. Ага. Ну, это. Держи. Писать. 90 листов спустя. Держи листик. Забудь это, давай по новой. Почему у меня так болит голова? Почему я ничего не помню? Дай листик. Мне писать не на чем. Чего? Тетрадь же совсем новая. Ведь, извини, почему-то листы закончились. Ничего страшного. У кого-нибудь другого попрошу. Привет, Филя. Мы с тобой сели. Окей. Поможешь на контроле? Ага. А как же? Эй, ты знаешь ответ на второй вопрос первого времени? А? Нет. Я не знаю. Это правда. Но даже если бы знал, все равно бы не сказал. Вот черт. Но он же нас не предупредил. Ну что там? Он очень сложный. Нет, конечно же нет. Мы всего лишь жалко. Да. О, Вадим, что за бред? Какая выгода в том, что мы им помогаем? Ой, Витя, там не лучше. Однако ты помог нам на контрольный ПОБЖ. Теперь мы будем служить тебе вечно. День становится все скучнее. Нужна какая-то изюминка. Да, точно! Вот оно! Для начала нужно как-то улизнуть с урока. Отлично, никто не заметил. Приступаем к осуществлению операции. Начинаем светопредставление. Задумал. А теперь, внимание, последний штрих. Свет уже дали. Это плохо. Придется поторопиться. Ничего, вторая часть плана куда интересней. Ограбление века. Не двигаться, руки вверх. Доставайте эти классные журналы и кладите их в большой мешок. Я гениален. Ну что, я пошел. Держи, вора! Ой, мама. Ну, мальчики, вы свободны. И я тоже. Пора сматываться. Хей! Шарики. Может быть, у меня получится? Унесите меня подальше, мои резиновые друзья. О, заветный выход. Прощай, школа. Что за варварство? Интересно, кто это мог сделать? Неужели кто-то из класса? Эй, Ви, смотри, что я нашла. Здесь его имя и подпись. Мы знаем, что это ты. Признавайся, или хуже будет.